Привет, друзья! С вами Механик, и сегодня у нас новенькая серия водителя автобусов City Car Driving. Сегодня у нас старый автобус. Сейчас таких уже точно, мне кажется, нигде нет. Прошлая серия у нас была про Икарус, а это у нас, по-моему, Лиас или Луас, как-то так. Лиас, да, Луас это другой. Лиас, короче, это у нас новая. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие ключи и аккаунты по самым доступным ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Новая такая вот техника, новая старая. Напишите, кстати, в комментах, кто ездил на таком автобусе. И мне кажется, я ездил еще на таком, ну или плюс-минус на таком, желтый такой был. Сейчас посмотрим его салончик, что там вообще, как. Кстати, много мест, надо сказать. Реально мест прям много. Чё-то я думал, что он, такой не очень здоровый в сравнении с Икарусом, но на самом деле, вот когда внутри смотришь, то реально он прям огромный. И у нас вот такая вот классическая приборочка, тут даже часики имеются, что очень круто. Но они, правда, неправильное время показывают, это фигня все. А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за 3 секунды. 1, 2, 3. Успел, красавчик. Табличка, вернее, которая показывает маршрут, по которому я... И магнитола Пионер вот там виднеется, чтобы можно было шансончик слушать. А колонок нет, поэтому как слушать непонятно. Ну ладно, я думаю, мы сейчас с вами куда-то поедем, посмотрим, что мы можем здесь. Так, это не можем. Ну давайте тогда вот такой маршрут построим, чтобы просто там хотя бы по маршруту кататься, а не просто так. Такс, и чего? Давайте, я его завел, давайте попробуем потрогаться. Посмотрим, как он вообще себя ведет. Сейчас я включу фары на нем. Ё-моё! Да чё он такой бешеный? Он реально бешеный какой-то. Очень мягкая подвеска у него, но... Вы посмотрите, что он вытворяет. Это просто моща. Слушайте, поехали мы, наверное, здесь лучше проедем. А чё он такой быстрый-то? Вы смотрите, что вытворяет. Ну, судя по оборотам, это дизель. Ой, выехал. Судя по оборотам, это дизель, причем тахометр вот там вообще находится, то есть да, очень далеко. Очень легкий руль у него. Очень легкий руль и очень мягкая подвеска. Но он валит. Вот первые километры прям вообще космос, смотрите. Вов! Прям пипец, чего творяет. Куда он так едет? Так, что-то как-то неправильно на нем так ехать. Надо, наверное, все передачи не перебирать, потому что долго получается. И когда я уже первую выкрутил, вторая, она уже сразу в отсечке почему-то получается. Сейчас мы поймем, как на нем ехать. Так, смотрите, первая. Первый день за рулем этого автобуса. Первая тогда. Третья. В отсечку и пятая. Во, более-менее что-то. Хотя здесь, наверное, четвертая лучше бы зашла. А шестая есть у нас? И шестая есть? А может тогда первая, вторая... Может со второй трогаться? Слушайте, мне кажется, он даже шлифуется со старта. Сейчас проверим с вами. И тормоза на удивление прям хорошие. Как вы думаете, шлифует он? Нет, я думаю, что да. Потому что по звуку прям слышно. Раздуваем и... Оу-ляу-ляу-ляу. Да, прям приседает он. Так, а со второй, если трогаться? Со второй будешь шлифовать? Да. Короче, нам первая, походу, не нужна вообще. Вторая, четвертая. Идем, 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 уверенно вообще. И шестая. Там отображается только пятая, но вот смотрите, вот пятая. 1800 оборотов. А вот шестая. 1400 оборотов. То есть, хоть она отображается как пятая, но на самом деле это шестая. Здесь просто не предусмотрено, что... О, там, смотрите, современный автобус едет. Я думаю, максималочка у него где-то 120, наверное. То что сотку он сейчас вообще на изи пойдет. Вот уже почти сотка и еще 2000 только оборотов. Ну, 110 точно. Наверное, я думаю, 120 можно на нем разыграть. Ну, 115, вот так вот.
Может быть, сейчас где-то по городу сможем прохватить с вами так, чтобы получилось у нас вот так разогнать. О, вообще кайфовый, кстати. Вот я, ну, чего-чего не ожидал. Я думал, что Икарус был такой прямо на подхвате, так сказать. Но вот этот автобус прям меня радует. Он кайфовый. У него первая передача прям, ну, вообще нереально выстреливает. В принципе, если быстро переключаться, то ты постоянно получаешься на такой, на волне прям. Он постоянно дубасит, постоянно едет. Это очень круто. Так, я знаю дорогу, здесь лучше налево повернуть. Блин, здесь нельзя налево. Ну ладно, мне можно. Давай, давай. Он, мне кажется, со старта вообще, ну, по крайней мере, до 40, до, ладно, до 20 километров в час. Я понимаю, абсурд, но реально до 20 километров в час он прям, смотрите, как стартует. Просто бам, 26 сразу. Может, на второй? Сейчас еще попробую на второй тронуться так же быстро. Братанчик, давай. Оп! Нет, очень динамичный автобус, на удивление. Вот чего-чего, я не ожидал, что автобус может так ехать. Причем настолько старый автобус. Типа вот с этим современным говном вообще не сравните, он реально пушечный. Ну, тормоза, конечно, у него такие себе, но пока все получается неплохо. Так, по-моему, нам вот сюда нужно. Я знаю, куда ехать, маршрут мне известен, я просто еду по более короткому пути, сами понимаете, навигатор, он не всегда правильно считает. Смотрите, даже с пятой просто он подрывается с места. Вот еще раз, вторая, смотрите, просто со старта. Бам, 30. Невероятное просто ускорение происходит. Неужели реально на автобусах там так подобраны передаточные числа, коробка мотора, редукторов, что он просто вот так выстреливает? Я не верю прям в этом. Хотя, может, оно, знаете, сделано для чего так? Чтобы он реально мог тронуться на первой передаче. Она такая, типа, как пониженная получается. То есть он равно как бам, бам. То есть скорости как таковой нет, но момент просто бешеный. И тормоза, в принципе, неплохие. Ну, давай. Ушел. Блин, он срулит. Это видели? Он же повернул. Ах ты, падла. Ты решил проучить меня, да? Ну все, ты сам поплатился. Ты сам оттормозился. У меня видеорегистратор стоит, дядя. Так, Коля видеорегистратор. Сейчас будем с четвертой резко трогаться, смотрите. Опять двадцаточка прям очень по фасту. Уезжай, уезжай, я тебя еще раз бомбану. Реально уезжает. Ой, реально еще раз долбанул. Ну, мужик сказал, мужик сделал, так что какие тут ко мне претензии. Так, сейчас мы будем разворачиваться здесь. Не, не будем разворачивать, мы сейчас прямо там проедем. Я знаю, там короткий маршрут, сейчас быстренько доедем до места. Так, это уже шестая? Ну, седьмой нет. Чего? Чего, седьмая есть? А, нет, фух, слава богу, седьмой нет, я испугался уже. Я уже думал, господи, что еще и седьмая есть? Фау, фау. Он ее рулит, кстати, круто. Ну, как круто, для автобуса, конечно, круто. Мне нравится сигналить, кайфово. Блин, такой офигенный автобус. Очень круто, увидели, как он просто плавно ввалился в поворот. Типа, я думал, сейчас его снесет. Обычно на других даже тачках бывает такое, что его просто сносят. А этот кайфово прошел. Так, у меня главное, ну-ка, стойте. Во-во, братишка, братишка, смотрите. Он тоже мне посигналил. 108 идем. 110. 111, ребят. 113.
115 уже! 116! Блин, ну 120 точно было бы, но здесь просто, видите, немного... Немного, так сказать, заняли полосу. Так, поворотник врубаем и... Вторая передача, третья. Четвертая. Блин! Не вписался чуть-чуть. Ну, мелочь, на самом деле. Реально мелочь. Сейчас мы доедем. Мне хочется прям на трассе какие-то шашки на нем устроить. Ну, реально прям под это вот... Вы прикиньте, просто это здоровенная махина вот такая вот. И на ней хочется дубасить. Потому что он реально может. Так можно сигналить всем. Ну так мне сложно, конечно, управлять. Иногда просто вы просите сделать, чтобы от третьего лица было. Но от третьего очень сложно управлять машиной. Ну и автобусом в том числе. Так. О-хо-хо-хо-хо! Чувак на газели нарушает. Я решил тоже, как он сделать. О, все, пошел, пошел, пошел. Не, надо переключать камеру. Я так врежусь. Я сейчас врежусь. Блин. Во, вот так более-менее. Вот так более-менее, все. Сейчас будем вырываться куда-то, чтобы немного попробовать его, так сказать, в городе. Но, в принципе, он себя уже показал как очень крутая автобус. Ну, не тачка же это же реально автобус. Блин, смотрите, шашечки на нем такие, уф, уф. Туда-сюда. Простите. Мадам, мадемуазель, простите. Пардоньте. Случайно вышло. Я вот этого реально не хотел. Просто его понесло, я уже не смог справиться с управлением. Знаете, на нем, наверное, арабский дрифт можно делать. Не, лучше не надо. Лучше не делать. Только на маленькой скорости, чтобы вас не заносило. Потому что когда заносит, это все. Там уже никуда дальше. Третья. Четвертая. Мой поворот. Так, дальше, дальше, дубасим, дубасим, четвертая, пошла, 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 пятая, ну давай, 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 разгоняйся, вот что-то сейчас не едет, наверное, нагрелся, воздух стал горячим в мотором отсеке, и все, перестал ехать, шестая пошла. В принципе, вы просто прикиньте такую картину, как вот такая бандура по городу несется сотку. Вот, вот с этим автобусом надо снимать, вот как в том фильме. Постоянно забываю, как он там называется, этот фильм. Но вы поняли, что за фильм. Где, типа, автобусу нужно было ехать с определенной скоростью, чтобы... Господи. Дорога кончилась. Просто ехал, и дорога кончилась. Не, ну это... Ну вы издеваетесь, Львинтов, ты что, издеваешься? Опять свои обновления говянные хочет мне подсунуть. Не надо мне их. Мне и так нормально, по кайфу. Мама! Мама, не надо. Мама! Тихо, 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 тихо. Это что, мост? Как бы вписаться? Оп! Что вообще происходит? Че за дорога такая? Здесь, по-моему, ни разу не ездил. Может, конечно, ездил, но, по-моему, ни разу. Чё вообще творится? Пипец. Просто по полю дубасит автобус. Вы посмотрите. Вы посмотрите на это, ребята. Ой-ой-ой, куда? Там где-то дорога. Так, тихо. Ну, вот так пойдет, в принципе. Такс. Вот так вот. Ну сколько мы, сколько можно ехать уже по этой дороге? Она что, не закончится, что ли, никогда? Что за дорога вообще такая? Куда она идет? Я, по-моему, ни разу по ней не ездил. Реально интересно, что за дорога такая? Так. Ё-моё!
Вот это шаталити сейчас было. Это жесть. Я думал, что все. Думал, автобусу кирдык. Но нет, он живучий, падла. Молодец. Живет как бы, красавчик. Давай дальше. Давай, поехали. Поехали. Сейчас мы надеемся, что все-таки выйдем отсюда или нет. Получится выехать у нас с этого беспредела или не получится? Так. Хорошо. Здесь вообще ралли какое-то началось уже. Ралли-рейд. Париж-Дакар, Москва. Москва-Самара, Париж-Дакар. Какая-то... О, господи, что за повороты такие, прикиньте. Я до сих пор еду на 1/6 передаче. Но пора бы уже, по-моему, переключиться. Том перестал тянуть. Чего? Это что здесь такое? Лол. Это что за секретное место? Ребята, я такого не видел. Так. Ну, короче. Я здесь остаюсь на изучение секретного места. Напишите в комментариях, если вы знаете, что это такое. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте на меня подписаться. С вами был Механик, и всем пока.